это Венера. В этом году нам это в уши не вкрутишь. Нам впаривают про какие-то звезды. И нафиг звезды, если это что-то висит типа спутника. Хрен его знает, что это на самом деле. Но думайте сами. Снимай, это сейчас опять. Вот снимай. Сейчас опять. Вот это шняга. Вот она насколько. Вот насколько. Мое видит ее. Даже мой телефон ее видит. И что это такое? Откуда я знаю? Это точно не Венера. В этом году нам это в уши не вкрутишь. Кто его знает, да. Что это? Ну-ка, а тебе видно у меня? Нет. Тебе не видно. У меня их видно, но это очень слабо. И тебе не видно. Да уж, интересная штука. Ее видно, что она без картечек. Во-во-во-во-во. Че, у тебя тоже там видно? Да, но она, блин, тут немного закрыта. У меня вообще, во, у меня тоже видно. Видно ее. Вот и получается. Вот она. А ту он снимет, ту видно, где машины едут. Так. Вот где-то здесь. Лом, во, видно, видно, видно. Выключи, я ее вижу. Возвращаясь к вопросу того лета. Венера, Венера. Вон это сейчас, что он там сзади меня болтается. И у нас одна штука вон там висит, а другая висит вон там. И это прямо видно, что это не звезды, они даже цвета другого. И вот так мерцают. Причем это уже херня длится полтора года. И никто так до сих пор, блин, не поднимает голову вверх и не смотрит, даже не замечает. Это пиздец, блин. Сними эти штуки. И ту, и ту. Так, давай начнем. Вот с этой какой-нибудь. Где она? Вон она. Ну да, вон слегка видно. Видно. Мне приходится приближать, иначе их просто ну, не понятно. Видно. Я вот сейчас после вспышки. Да, вон она. Уже хреново небо вижу. Так, ладно, вторая где-то. Вторая вон. Вот здесь где-то. Вон она. Заметьте, из всех звезд ничего не видно, кроме этой штуки у меня. Вот именно. То есть это явно фонарь какой-то. Ну и тут где-то была, ну и вот эта вот штука. Она светящаяся. Какие-то звезды. Какие нафиг звезды? Хрен его знает, что это на самом деле. Но думайте сами. Я выключаю. А ты шел у меня снимать? Да, сзади. Так, вот быстро. Они. Вот они, сука, стали. Вот. Видно ли, что она летит? Стой ровно, держи, чтобы было видно, что она летит. Да, летит. Причем с огромной такой скоростью. И затухает, что ли, уже? Все, затухает, смотри. Она просто далеко куда-то. Там, наверное, облако какое-нибудь. Оп. Но она... Ну и что? Оно сейчас прямо над этой, примерно. Видно, что она на той моргала. Все, затихло совсем уже практически. Не, она летит, я ее вижу так, визуально. Все, уже пропала. Я ее вижу. Опа, звезда упала. Верю, но я ее уже... Так, вспышку включи, что но тебе? Это... Так, да. Вот так. Это такая же херня, вон, что там да. Сейчас пролетела. Ну ты, я тебе сейчас покажу на видео. Я говорю, бля, херня творится уже полтора года. Я не знаю, что это. Ну, допустим, это спутники Илона Маска. Да, что они тут, блядь, над Россией делают? Хуй знает. А уж про тот случай вообще рассказывать не будем. Один хуй Сане сказали, как своему... А может, это было то, а может, это не, бля. Мы два долбоеба, да, тупых, не видели, что было. На одновременно самом... сошли с ума. Вдвоем с ума не сходят, на. Ладно, вырубай пока. Слышишь, да? Как вороны как будто. Я не знаю, конечно, вороны не вороны. Но звук такой.
как будто, блин, кто-то орёт, да? Ну, страшно. Не как ребенок, а как человек какой-то, да. Как будто кого-то бьют. Слышишь? Не, на ворону все-таки больше похоже. Че, домой? А какая ворона может сейчас каркать? Слышишь, как будто орут. Фиг поймешь, что происходит. Меня видно так? Ну, более-менее. Ну, смотри, как будто... Ну да, есть пиздец, такое. А мы уж хотели снимать, что все, за энд, и мы пошли домой. А тут, оказывается, все только начинается. Ну, блять, у нас ни ножа, ничего с собой сегодня нет. Может, тогда реально, так сказать, записываемся за энд? Да вот уж я тоже думаю, что надо домой валить. А то уже фиг знает. Да, что-то херня какая-то. О, замолчала. Пойдем домой. Блять, может там кого грохнули? Может быть. Не, я не готов к тому, что я тебе говорил, что мы должны обнаружить в лесу. Только не ночью, днем, пожалуйста. Ладно. Пойдем домой, ну пойдем, нахер. Пойдем, ну нафиг. Жизнь дороже. Точно. Все, погнали. Тихо. Опять заорал. Не, ну это не похоже на человека. Не, но все равно такой, блин, был начальник, как будто били кого-то. Слышь, орёт. Я сейчас только собак в основном слышу. Вот, слышь, как будто орёт, как будто убивают кого-то. Может, мы нафиг реально побежим? Тихо. Да? Как будто баба орёт. Ты слышишь? Как вот бабы, когда бывает, истерят. Вот похоже. Я в ахуе. Что происходит? Ну, судя по звуку и тому, как он тихий, это уж очень далеко. Но это знаешь где? Это как будто на долгом болоте. Ну, возможно. Что ж, думаю, пора валить. Да, я тоже думаю. Я выключаю запись. Что-нибудь скажешь напоследок? Не знаю. Всем пока.